Актовый зал Димитровградского музыкального колледжа. Здесь идут репетиции. Духовой оркестр готовит новую программу. В нее войдут популярные мелодии для людей серебряного возраста. С открытием на набережной Верхнего пруда танцплощадки можно теперь и потанцевать. Наш зритель, особенно постоянный зритель, он сам нам подсказывает, какие произведения он хотел бы услышать. Для детской аудитории духовой оркестр готовит веселый популярный танец маленьких утят. Музыканты рады новой встрече. Мы тоже очень довольны тем, что нас приветствуют, нам дарят цветы, хлопают нам, браво кричат. На набережной Верхнего пруда духовой оркестр выступит в эту субботу. Начало программы в 6 часов вечера. Марина Антонова, Константин Белов. Наше время.